Сейчас я вам покажу, как сделать снежинку из бумаги. Готовы узнать? Тогда поехали! Для чего, ребят, нам нужно обвести карандашом. Ну, смотрите, ребят, сейчас что надо сделать. Еще нам, смотрите, надо положить тарелку. По ней обвести карандашом круг. А потом вырезать ножницами. У меня уже... Он готов. Видите? Видите? Делайте особенно большой круг на всю, чтобы на весь лист был вот такой вот примерно. Потому что при маленьком листике очень трудно вырезать, ребята. Поэтому берите большую тарелку, ложите на лист и все. Для чего-то у вас есть. Потом, ребят, смотрите. Так, карандаш нам, ребят, больше и ножницы. Нет, можете нам еще понадобиться, ребята, а карандаш можете отложить. Но карандаш вам только понадобится, чтобы обвести. Так, все, я его положил. Так, смотрите. Ребят, что мы делаем? Сейчас я вам покажу. Берем вот лист, да, вот, вот, все. Вы его положили, вот у вас куда-нибудь лист у вас. Вот, смотрите. Сгинаем его один раз. Не, подождите, подождите, я сейчас сгну его. Опа. Сейчас, ребят, подожди, я посмотрю, правильно. Да. Ребят, у вас должно получиться вот такой вот листик. Потом, ребят, сгинаем его еще один раз. Вот так. Примерно, да, вот так вот как раз и сгинаем. Потом, ребята, в принципе, можно уже и вырезать, смотрите. Ребят, может, ничего еще. Сейчас, ребят. Да нет. Ребят, сгните его просто два раза. Все. А потом, смотрите, ребят, что мы делаем. Сейчас я вам покажу. Подождите. Оп, смотрите, ребят, вырезаем очень маленькие, сейчас, ребят. Ну, в общем, смотрите, ребят, вот вырезаем три нички, вот такие, ну или квадратики. Но их надо делать, смотрите, ребят, какого роста. Вот, ребят, их можно делать и маленькими, а можно и большими. Ребят, главное вам со всех сторон это сделать. Вы можете делать свои фигуры там, ребят, не знаю там, что вы там хотите, какие фигуры делать. Но я буду делать треугольники и квадраты. В общем, это вы должны со всех сторон сделать, ну, какие вы хотите фигуры. Все, ребят, я пока что это сделаю, вы тоже делайте. Я делаю сейчас, пройдет секунда, и я это сделаю быстро, и вы тоже сделаете. Все, ребят, вот так вот у меня получилось, вот треугольники, квадраты. Вот, теперь, ребят, с другой стороны, я делаю, ребят, с других сторон. Я сейчас тоже поставлю на паузу видео. Сейчас для вас тоже пойдет секунда, и я сделаю на двух этих сторонах. Вы поняли? Ну все, ребята, видите, секунда прошла, а я уже все сделал. Что ж, ребята, теперь смотрите, что мы делаем дальше. Мы берем и разворачиваем свою снежинку. И смотрите, что у нас получилось. Вот снежинка. И смотрите, ребята, что мы можем дальше с ней сделать. Мы можем... дырочку сделать, вот, например, здесь, пронизать туда ниточку, завязать и
повесить куда-нибудь или играться с кошечкой или собачкой. Ну, вы поняли. Вы, наверное, придумаете, что с ней сделать, да? Ну, в общем, это такая снежинка у нас получилась. Надеюсь, вам понравилось это видео. Забудьте ставить лайк, подписываться на колокольчик, чтобы новые видео. Чтобы не пропустить мои новые видео. С вами был я, Руслан. Всем пока-пока!